я понимаю, что здесь в основном артисты, поэтому, наверное, нужно и говорить, и делать что-то такое, что вам поможет. Вы же все практикующие актеры и работающие. Мне кажется, что есть такое очень сильное заблуждение в понимании нашей профессии. Я вот сейчас закончился учебный год, и я сейчас смотрю огромное количество артистов. Я имею в виду выпускников, в основном московских и не московских театральных вузов. К огромнейшему сожалению, этих театральных вузов десятки, в Москве их примерно 15 сейчас, вузов, институтов, ко всем нашим там ГИТИСам, Щукинским, Щепкинским, ХАТам, прибавилась куча самозваных коммерческих институтов. В этих институтах преподают, к огромнейшему сожалению, люди, которые давно не практикуют, либо практикуют так, что лучше бы они не практиковали. И таким образом выпускается каждый год просто десятки и сотни профессионально непригодных артистов. И мне кажется, что главное в чем состоит профессиональная непригодность, в полном непонимании профессии. И самое главное, это не научить сквозному действию конфликтной ситуации, существованию в персонаже. Самое главное, это дать такую психологическую установку на профессию. Я много раз проводил вот такие или не такие, еще не знаю, какую здесь, проводил самые разные школы и мастер-классы в европейских странах, в Америке, и скажу вам, что в течение двух недель, вот с утра до вечера, в течение двух недель можно передать артистам, если они этим как-то занимаются, даже занимаются любительски самодеятельно, можно передать им технологию существования на сцене. Можно дать некое количество упражнений и некое количество тренинга, когда артист начинает понимать, в принципе, что это за законы, то есть по какому закону существует эта профессия. Но вот эти годы, которые тратятся на обучение артиста, нужны для другого, не для технологии. Ошибка большинства наших педагогов и режиссеров в том, что мы занимаемся технологией. Мы говорим, сейчас у нас первый семестр, этюды на беспредметные действия. Возьми зубную щеточку, а нет, извини, ты пальцы не так сжал. А сейчас у нас на внимание, а сейчас у нас вся великая, действительно великая, гениальная система Станиславского. И вот это так длится 4 года, и нет главного, нет основной установки, психологической установки в голове у артиста, которая дает ему понимание профессии. Вот я, если возможно, попытаюсь вам это теоретически хотя бы изложить, а потом сделаем там какую-то паузу, и может быть даже мы что-то попробуем такое реально сделать. Тем более на одной из таких школ несколько лет тому назад, я совершенно удивлен, я увидел одного очень талантливого студента, ну не студента, а артиста из Ташкента. Вот он как раз изображен, Саша Цой. Я ему предложил стать своим студентом, он стал, в этом году получил диплом, работает артистом в нашем театре. Я с удивлением его здесь увидел. Да. Так вот, смотрите. Мне кажется, что главное, чего не понимает в начале 17-летний абитуриент, приходящий в институт, а потом, к сожалению, этого в 90% случаев, благодаря педагогам, вообще во всем виноват педагог, во всем виноват режиссер, скажу вам, артистам. Это действительно так, я это говорю и своим студентам режиссерской мастерской в ГИТИСе, и своим студентам-артистам. Артист виноват изначально в том, что он вообще пошел заниматься этой профессией, виноват он в том, что он, еще раз говорю, чаще всего не понимает, чем он занимается. А режиссер виноват в результате работы артиста. То есть режиссер виноват
в таком, в технологическом предложении. Режиссер виноват в выборе артиста. Режиссер виноват, вот во всем виноват режиссер. Но давайте вернемся, давайте теперь, тем не менее, вернемся к актеру и даже начнем это с самого начала, когда актер еще абитуриент. Наше представление об актерской профессии есть представление о профессии исполнительской. То есть лучше или хуже, мы представляем себе, ну что я должен делать как артист? Ну я должен читать, ну, на вступительных экзаменах стихотворение, басню, прозу. Потом, значит, я пойду в институт, меня чему должны научить? Меня должны научить читать, ну, более сложные тексты. Или говорить чужими словами. То есть я буду говорить словами Чехова, я буду говорить словами Шекспира или там наших талантливых современников. Но дальше, наверное, меня должны научить танцевать как-то, петь, носить хорошие или нехорошие костюмы. То есть я буду исполнять роль. У нас так и написано в программах, там действующие лица и исполнитель. И большинство наших репетиций, я очень много смотрю спектакли в провинции, в российской провинции, не в российской, смотрю спектакли моих студентов-дипломников, режиссеров в самых разных городах. И чаще всего сталкиваюсь с тем, что артисты лучше или хуже играют. Что это значит? Это значит, что, наверное, на репетиции они сидели, и им режиссер говорил: понимаешь, ты играешь Треплева в «Чайке». Если очень много «Чайки» везде висит, вот я там увидел. Треплев, он же, и дальше начинается рассказ, какой Треплев. Ты играешь Нину, ты же понимаешь, Нина, она же, понимаешь, она романтик, она выходит и говорит: люди, львы, орлы, куропа. И дальше начинается представление о каких-то людях, которые якобы зафиксированы у автора, которые якобы, и кто-то это всегда знает, имеют биографию, имеют характер, имеют совершенно точные перспективы передвижения внутри этой драмы. То есть они, мы понимаем, а с чего они начинают и к чему они настремятся. То есть мы представляем себе, что есть некая жизнь, что есть некие люди, есть некие персонажи. И мы сейчас, мы так говорим, надо войти в роль, надо, вот, надо почувствовать, какая вот эта Нина, этот Треплев, этот Гамлет, эти три сестры и все остальные. И дальше мы вроде бы, вот у нас вот есть вот эта вот вешалка, мы надели костюмы, и вроде бы мы кого-то играем. Мне кажется, вообще все, что я говорю, это моя личная точка зрения. Я просто занимаюсь этим много лет, и я в этом уверен. Сюда придет замечательный вот Лев Абрамович Додин, или любой изображенный на этих фотографиях режиссеры будет вам говорить прямо противоположно. И это нормально. Потом в результате вы что-то почувствуете, сообразите и будете говорить что-то, что имеет отношение к вам. Это такая ремарка, поэтому все, что я еще раз говорю, я так думаю. Я думаю, что либо войдите, либо уйдите. Хорошо. Я думаю, что, к огромнейшему сожалению, не случайно в последние годы и даже десятилетия театр потерял то самое общественное, так если высоко говорить, и просто такое человеческое значение, то место в нашей жизни, которое он... Он, естественно, существует, вы сами знаете, сколько тысячелетий. Нет, не тысяч. Да, конечно, сколько тысячелетий. И, конечно же, в разные периоды развития нашей там мировой человеческой истории театр играет разную роль в соотношении с общественной жизнью. От там важнейшей роли хлеба и зрелищ до абсолютного неприятия, ненужности, до полного спада интереса и опять до подъема, большого подъема интереса к театру во времена неких сильных социальных, будем так говорить, слов. К огромнейшему сожалению, в последнее время театр потерял интерес зрителя, сильно потерял,
Я говорю о том, что ну, это видно по многим проявлениям, и мне кажется, что одной из главных причин, то есть это объективно, зрители стали ходить в театр намного меньше, театр не играет того общественного значения, не имеет того общественного значения, которое имел там в 70-е, 80-е, я уже не говорю туда подальше годы, когда театр оставался одним из немногих мест, где говорили правду, театр одно из немногих мест, где была возможность вот такой вот общественной концентрации некого общего чувства и соотношения людей с государством, поэтому бежали в «Современник», поэтому бежали на «Таганку», поэтому бежали на спектакли Эфроса, потому что там можно было услышать прежде всего, а во-вторых, а может быть во-первых, почувствовать что-то, чего нельзя было почувствовать там у себя дома в кухне или в другом месте. Так вот, сегодня, к сожалению, театр очень сильно потерял общественный интерес, общественное значение, и прежде всего, мне кажется, он потерял его, потому что сегодня в театре очень много происходит того, что не имеет отношения к реальной жизни реального человека. То есть, мне кажется, что люди платят деньги и идут в театр за тем, чтобы при помощи вот этого очень непростого инструмента, при помощи вот этого опыта, происходящего внутри вот этих людей, внутри зрительного зала, понять и почувствовать, или почувствовать и понять нечто, имеющее отношение к их собственной жизни. То есть, проще говоря, сейчас я так, схему скажу такую, вот у меня болит палец сильно, я иду к врачу, болит зуб, я иду к врачу, болит там что-нибудь еще, иду и говорю: доктор, вылечите. А вот тут у меня болит внутри, болит душа, я нервничаю, я не понимаю, как мне быть, потому что там любимый меня не любит, там дети меня не понимают, на работе я никому не нужен или не нужна. То есть у меня возникают мои реально, как их называют, там житейские или жизненные проблемы, проблемы с душой или с духом. И вот тут я либо должен пойти, у нас два таких есть места, либо в храм, тогда я должен отдаться этому и сказать, что хорошо, ничего не хочу знать, я верю, и мне будет хорошо там, потом, в другой жизни. Либо я иду в театр, который тоже, как вы знаете, часто сравнивают с храмом, или сравнивали, где мне говорят: нет, не надо верить, наоборот, надо разбирать, надо анализировать эту жизнь, надо понимать, что случилось с Ромео и Джульеттой, что случилось с дядей Ваней, надо соотносить жизнь персонажей, за которыми наблюдали извне или изнутри великие писатели, они же драматурги, там Шекспир, Чехов, Гришковец, кто там следующий, и либо наблюдаем за ними, и наблюдая и соучаствуя, а именно и сочувствуя, я что-то такое пойму для себя. И тогда возникает, наверное, как мне опять же кажется, возникает главное, главное содержание театра, главный смысл театра, главная задача театра – помочь человеку жить. Вот, собственно, совсем просто. Я живу, и в этой жизни у меня понятно, как доктор помогает жить, понятно, как повар помогает жить, который готовит еду, понятно, как, не знаю, там, водитель такси помогает жить. Но есть очень важный институт в нашей жизни, называется он театр. Вот для того, чтобы мне помогли жить, я должен понимать, опять возвращаясь к тому, с чего начал, я должен понимать,
что человек, который выходит вот на эти подмостки, он чуть-чуть надо мной приподнялся, чуть-чуть он туда вот взлетел, я должен понимать, что он не морочит мне голову. Я должен понимать, что он со мной искренен. Опять то же самое, что с врачом, то же самое, что с близким другом, то же самое, что с родным человеком, который реально хочет тебе помочь.